Большинство сортов яблок плодоносят через год. Дереву недостаточно сил для того, чтобы на следующий год заложить плодовые почки в достаточном количестве. Зато в урожайный сезон яблок бывает столько, что не хватает не только места даже самой маленькой баночки на полке, но и фантазии, что теперь со всем с этим делать. За дело берется Алексей. Сегодня он печет пироги с яблоками. И делает это все своими руками, мужскими руками. Шестьсот граммов пшеничной муки, 18 граммов прессованных дрожжей, 250 миллилитров молока, 2 яйца, 100 граммов сливочного масла, 100 граммов сахара, пол чайной ложки соли и ванильный сахар. Это все, что нужно для приготовления теста. Тесто Алексей готовит на опаре, в закваске, состоящей из дрожжей, молока, муки и небольшого количества сахара. Это все должно выбродить несколько часов, а уж потом добавятся остальные ингредиенты. А пока готовится начинка. Понадобится 7 яблок, 4 столовые ложки сахара, 1 столовая ложка сливочного масла, цедра лимона по желанию и корица. Очищенные яблоки нарезаются кубиками и отправляются на смазанную маслом с небольшим количеством сахара сковородку. Это что там? Цедра лимона. Сахар, соль, ванильный сахар и яйца перемешиваются. Сливочное масло растапливается 20-30 секунд. О, это вот опара, я понимаю. Она соединяется с только что полученной смесью. А это что? Это. Вымешанное тесто в теплом месте подходит за 2-3 часа. А дальше, как в аптеке.
Теперь следует немного подождать, а затем приступить к выкладыванию начинки на тесто.